Всем здорова, дорогие друзья! С вами Казал Блейзин Желчь, у нас Рубгер Дэбит Онлайн, это новая битва воров! Всем здорова, чуваки! Ребята, сегодня мы приехали на солнечный пляж Лос-Антоса, чтобы найти сегодня три гранитачки. И, ребята, так как это новая битва воров, сегодня нам нравится 6 минут на поезд тачек. И напомню, ребята, одна тачка идет на одно испытание, соответственно, после чего, как мы уже нашли наши тачки, мы берем их на испытание, и победит тот человек, набравший большее количество баллов. И, друг, я тебе попрошу, сейчас же подпишись на мой канал, поставь данную видосику лайкосик, а также не забудь про колокольчик. Ну, а по ссылочке в описании ты можешь подписаться на мой инстаграм-аккаунт. И давай, только самые активные подписчики смогут поставить лайк и подписаться на канал за 3 секунды. Раз, два, два с половиной, три. Я надеюсь, ты поставил лайк и подписался на канал. Если это так, то ты самый крутой человек на свете. Я тебе желаю приятного просмотра, а мы начинаем. Друг, я знаю, что ты не подписан на мой канал, а ты знал, что такие как ты 66%, и это безумно много. С каждым днем это число увеличивается, и это надо как можно быстрее остановить. Так что давай, поиграем с тобой маленькую игру, условия очень просты, и я надеюсь, что ты их сможешь выполнить. Смотри, если у тебя кнопка подписаться горит красным цветом, то это неправильно. Быстрее тыкай на нее, чтобы она стала серой. Также, пожалуйста, поставь лайк и напиши абсолютно любой комментарий, так ты станешь самым крутым на планете. Так что, друг, я верю именно в тебя и надеюсь, что ты подпишешься на мой канал, поставишь сейчас же лайк и напишешь абсолютно любой комментарий. Давай, друг, я верю именно в тебя. Ну что, ребята, мы уже, в принципе, готовы отправляться на поиски наших тачек. Лёх, ты готов? Я готов. Ну смотри, 6 минут дается, и раз, и два, и три, погнали. Ну, слушай, сегодня мы, в принципе, с тобой приехали на офигительный пляж Лос-Анса, на котором будут самые спортивные и самые крутые тачки. Да, так, вижу, да, вертолет там летает, но это мне не понравилось. Есть, внедорожники, ну, кстати, это круто, это реально круто. Так, ну, слушай, я пока что тут катаюсь, так, тут есть пицца. Катаюсь, господи, бегаю, тут есть пицца, так, ну-ка, давайте, так, ну тут тачки какие-то, о, кстати, там спортивная тачила, так, что это такое? Это, кстати, круто, ломбарки, это реально знаю, спортивная тачка, это вроде как Феррари, но она дешевая, ребята, мы ее не будем сегодня брать, так, а что это за звук, так, ладно, окей, пофиг, так, ну, я пока что бегаю и... Там у тебя? Да не знаю, то ли, а, ну, это вертолет, скорее всего, так, тут, Волтик есть, братан, тут Волтик есть, офигеть, так, внедорожники, да тут такой беленький, что это такое? Чего ребят, чего там самолет летит? Слушай, я, кстати, вижу Феррари еще тоже, ты говорил про Феррари. Братан, я самолет вижу какой-то. Ребята, самолет. Ты Феррари, ну, где, скажи лучше? Братан, какая Феррари? Тут самолет, блин, ниши зданий летает. Он падает. Да, я, кстати, видел его, видел. Так, он взорвался. Ребята, быстрее побежали. Как? Так, все, так, куда он упал? Куда он упал? Так, быстрее, ребята, бежим, может, что-то там интересное. Да, братан, он упал, ты понимаешь, это первый раз у меня такой в GTA. Так, ну-ка, давайте подбегаем. Так, он либо упал на здание, либо же упал куда-то сюда. Куда-то сюда, не так. Не знаю, я пока Феррари, тут... наверное, все-таки возьму вот эту, слушай. Офигеть, братан. Он упал на дерево. На дерево самолет упал? Реально упал на дерево, ребята. Он взорвался, это Титан у нас, ребята. Вот, что такое? Феррари? Я тут... А, это не Феррари, подожди. Ребята! У меня Ламборгини. Это Ламборгини ты нашел? Это старая Ламборгини, они просто старые, очень похожи с Феррари. Так, друзья, вроде как, да, открылся, ребята, это Доминатор. Братан, это Доминатор из Арена Вар, ты понимаешь, так, так, только как его, о, он скатывается, ребят, так, давай, давай. Главное, чтобы меня не скатился, так, смотри, он... какая Феррари, где, где, да это фигня, пошел отсюда. Так, вот у меня тачка подключена, давай, пожалуйста, мне скатывайся кажется, быстрее. Застряла, застряла. Да нет, она не застряла, сейчас она потихонечку тебе так помочь? Катится. Да мне нет, кажется, не надо. Опа, опа, и бум, все, изи. Братан, у меня крутая тачка, да, это реально, блин, перевозил тачку, пошел отсюда. На тебе со своей... Ламборгини. Так, ну это, слушай, братан, Феррари, честно, мне очень сильно повезло. Просто самолет, ребята, упал с такой дорогой и очень жесткой тачкой. Так, ну ладно, так, главное до спавна еще это доехать. Титан, кстати, вроде самолет называется. Кстати, да, это у нас Титан. И, братан, у нас, знаешь, это сколько времени остается? Сколько? 2 минуты 40 секунд. Так что надо очень-очень быстрыми быть сейчас. Вау, так, тихо, выезжай, так,
быстрее и... Так, надо, наверное, бежать, мне кажется, в эту сторону, потому что, мне кажется... в сторону пляжа. В сторону пляжа? Ну, давай, давай. Мне кажется, там ничего не будет. Так, да, ну... конечно. Я там знаю парковку большую. А, парковку? На ну, краю, давай, да. Давай. Так, ну, я заезжаю на какую-то парковку. Так, тут какие-то рейндж-роверы какие-то катаются. Так, и тут еще стоят тачки внедорожные. Так, это у нас Mercedes, это рейндж-ровер и... BMW X5. Ну, кстати, неплохо. Я... Блин, ребят, что взять? Вот Бэху, может, Range Rover или же Mercedes? Вот мне кажется... Мне кажется, Range Rover. Нет, я возьму Бэху, потому что она у нас вроде как прокачивается в Лос-Андес кастами. Очень круто, кстати. И мне кажется, выбор тут очевиден. Да, я ее забираю и сразу привожу ее на спаун. Так, осталось... А это что? А это что за какулька? Пошел отсюда! На пляже спасательный нашел грузовик. Кстати, ой, кстати, да, он похож, кстати, на внедорожник спасательный. Ну, я бегу уже, в принципе, так, надо, наверное, мне кажется, бежать в сторону такси, этих. Такси, подвезите. Какое такси? Еще ты че? Я на крышу машины запрыгнул, она меня сейчас довезет. Окей, давай, давай, там катайся, катайся, а я пока что побегаю. Кататься. Так, ну-ка, тут ничего нету, тут тоже ничего нету. Так, блин, ребят, вообще, где все тачки? Так, я нашел только две тачки и нашел, в принципе, можно сказать, упавший самолет с тачкой Доминатор из Ареновар. Так, что такое? Я по чуваку стреляю, он, короче, ускорился вообще жестко, сейчас мы летим куда-то, не знаю куда. Чё, what the fuck, ты... А, ты лайфхаком своим, да, воспользовался? Я тебя понял, я тебя понял. Так, ну я пока что бегаю, ничего не вижу. Так, ладно, ребят, давайте побежим, наверное, всю же... По дворам, мне кажется, 100 пудов там что-то будет. Так, я что такое? Тут, я вылезу тут. Где? Так. Где ты вылезешь? Я возле киностудии проезжал, я вот тут вылезу. Как? Ты что так далеко побегу. Уехал, братан? Так, ну-ка, в гаражке ничего нету. У нас, братан, 42 секунды остается. Какой еще Бэтмобиль? Я не хочу, чтобы тебе был Бэтмобиль, братан. Не хочу, не надо. Что такое? Ты нашел что-то? Это не Бэтмобиль, но это тоже неплохая тачка. В смысле, а что нашел там? Я нашел Red Truck. Ретрак? Если тебя перевести на русский, это Бигфут. Бигфут, ничего себе, ну это жестко, блин, братан, поздравляю тебя. Так, я пока что ничего не нашел, и, блин, у меня пока что все плохо. Что такое? Где я? А куда он... А, вот это. Братан, потерялся. О, ничего себе. Ну, братан, у меня остается еще 10 секунд, и надо как можно быстрее найти какую-то тачку. Так, быстрее. Так, ну-ка. Я далеко сзади тебя, видишь? Далеко? Нет, я тебя не вижу. Ой, братан, у нас время вышло, и я нашел последнюю тачку. Серьезно? Братан, на последних секундах забирают. Точило, это какой-то у нас ретро тачка какая-то, не знаю, ну да очень прикольная. Я уехал, братан, просто на спаун. Блин, и привожу я... уже третью тачку, братан. Я поехал между дворами, не могу проехать. Да, ничего себе ты. Ребята, сегодня у нас серия достаточно эпичная. Я нашел сегодня доминатор взорванного самолета и нашел у нас, в принципе, две крутые тачки. Леха же нашел у нас... Ретрак, ничего себе, он какой здоровый, большой. Окей, ну это круто, братан. Ты нашел сегодня у нас тачку из Ареновар, такой Бигфут. А потом, да! О, кстати, да, реально похож. Как потом ты нашел у нас, получается, такой жесткий внедорожник. И нашел такую ретро-тачку. Я же нашел в свою очередь ретро-тачку. И нашел такой внедорожник BMW X5. И, ребята, пишите в комментариях, кто у нас сегодня победит в серии. И у кого тачки круче. Ну что, ребята, первое испытание это вот весну. И, ребят, смотрите, нам надо друг друга скинуть. И кто у нас, в принципе, последний падает, вот он получает свой, ребята, первый вал. И, Лёх, ты готов? Я готов. Ну смотри, погнали. Сейчас, мне кажется, мой доминатор тебя уничтожит. Потому что мы первый раз, кстати, вообще делаем такое испытание. Вау! Кто вы? Доминатор против, ребята, Бигфута. Мне кажется, блин, мы одинаково взлетели. Так, тихо. А вот у меня немножко не идеально. Так, ну-ка, ребята, давайте на! Это мой щит был! Так, нет, ушел отсюда! Это был нет, щит, ушел, тихо! Нет, я назад, куда я назад! Куда ты забрался? Пошел отсюда! На так. Тебя! О, неплохо! Тихо! Не трогай меня! Не трогай! Пока! Ребята, я думал, что все же Бигфут будет круче, чем Доминатор, но, ребята, я получаю свой первый балл на счет 1-0, и давайте перейдем уже к нашему следующему раунду! Ну что, ребята, второй раунд, и Лёх, ты готов? Да, готов. Тогда давай, погнали, сейчас я тебя уничтожу, мне кажется, давай иди сюда, на тебе. Ты какаха. Так, тихо. Сосиска, иди сюда. Не трогай меня, на тебе. Вау, неплохо.
О, пока. Тебе повезло, тебе сейчас очень сильно повезло. Так, нет, не трогай. Опа, неплохо. Боишься меня, да? Да, боюсь, да, боюсь, ты очень большой, братан. Без своего щита, без своего щита. Нет. Что? Бум! Что это за трюки такие? Нет, стой! Пока! Нет! Я выжил! Я выжил! Так, братан, все, ушел сюда! Так, нет! У тебя-то счета уже нету, да, паса? Да, у меня-то счета нету, мне реально сейчас будет конец. Да, блин, я думал, ты на него прям упадешь! Ну, в принципе, нет, блин, просто так упал. Капец, ребята, ладно, Лёх получает свой первый балл на счет 1-1. И давайте перейдем же к нашему следующему испытанию. Ну что, ребята, второе испытание — это гонка. И Лёха, погнали, сейчас я тебя уничтожу, так, на равнине. Ламба круче. Какая нафиг ламба? Ой, братан, мне кажется, по встречке очень зря ты поехал, так. У меня стреляет тачка. Чего? Реально? Я офигел! У меня пулеметы есть! Офигеть, у меня тоже стреляют! В смысле, реально? Ну ты какой какашка! У меня, слушай, у меня реально пулеметы есть! Офигеть, это вообще жестко, ребята! Вы просто посмотрите! Лайкусик за такую тачку! Это просто ж... Я-то не знал, что у меня пулеметы есть! Блин, это реально пушка гонка! Тебе надо было ее на толкучку брать, мне кажется! Ну, кстати, да, мне тоже так кажется! Но пока что, слушай, пока что я лидирую, мне кажется, эта тачка реально крутая! И она, кстати, сзади очень круто выглядит! Ну, особенно спереди. Да. Вот что-то там ламба, да, говорил, да, круче. Вы, кстати, право, ребята, вообще напишите в комментариях, что это вообще за тачка из реальной жизни, потому что она то ли похожа на BMW, то ли на Феррари. Так, тихо. Разворот, так, давай, нет. Блин, 3 километра. Так, остается совсем чуть-чуть. Так, давай, поеду. Какой поворот? Ты куда поехал? А, я тебя понял. Так, ну-ка, может, тебя пострелять? Тут тра-та-та-та-та-та. Неплохо, да, неплохо. Тихо. Вот это было жестко. Так, пошел отсюда. Вау, синхронно. Я понял. И вот я сейчас не понял, это что такое? Как мне? Давай. Как мне выбраться? Я буксую. Там речка, там. Так, ребята, задний ход. Так, через речку? Какую еще речку-то? А, там же речка, да, маленькая есть. Так, давай. Я потерял за тебя времени, я думал тоже сократить, но у меня не получилось. Так, давай. Сократить? Ты меня вообще вытолкнул за трассу. Да это ты сократил, ты там дальше поехал, не развернулся там. Надо отмазки придумывать. Да какие отмазки? Это не отмазки. Ты меня через гору запульнул. Вообще-то, какой это ты там доехал? Так, ну-ка, давай, через кусты, через спот. Столб? Я тебя понял. Так, давай, обстрел. Мне кажется, я тебя взорву под конец гонки. Так, давай, тра-та-та-та. Колеса не попасть. Тихо. Смотри. Опа, Ну это было жестко, это было жестко. Так, ну-ка давай, пожалуйста, синенькая тачка, давай, я верю в нее. Один километр. Мне, кстати, тоже 1 километр остается, так что давай, пожалуйста. Вау! Пока, Лёха! Все, давай, удачи, адьос. Так, ну вот прямом, как бы, да, вот я тебе нечаянно, кстати. Да, конечно. Ну давай, братан, давай, заезжай. Я тут как раз ты меня подкинул на горку туда нечаянно. Ну и, в принципе, братан, я сейчас заберу этот финиш. Все, ребята, я забираю финиш. Получается уже 2-й балл на счет 2-1. И давайте перейдем же к нашему следующему испытанию. Ну что, ребята, последнее испытание. Это, ребята, езда по внедорожью. И, соответственно, ребята, у нас счет уже 2-1. Так что, Лех, ты можешь забрать свой последний балл. И у нас счет будет 2-2. И раз, и два, и три. Погнали! Все, я поехал. Я поехал на своем офигительном X5. Так, тихо, вау! Ты чё мне помял, блин? Все, вот ты будешь за багажник по-любому платить. Так, ой, тихо, господи. Так, стоп, я немножко объехал. Но все же немножко врезался. Так, тихо, так, аккуратно. Жестко, вот у меня очень жесткая тачка дрифтит, потому что у нее подвеска нереальная! Идеально, у меня немножко не идеально, я 2 раза перевернулся, как бы, да, к кубарям, ну и все нормально. Так, вау, ничего себе, ты там полетел! Так, все, 1, 2, 3, здорово! Пум, на нафиг! Так, нет, я не улетел, так, тихо, давай, поехали, родненький. Я понял, на трамплине нельзя разгоняться. На трамплине, кстати, реально нельзя разгоняться, господи, БМВ! Так, у меня немножко бомбит, реально, да, немножко так подгорает прям жестко. Из-за того, что Бэха что-то... Да у меня вообще просто, я не знаю, что с Бэхой.
Чё с бэхой, ребята? У меня просто перевернулся на. Так, давай, переворачивайся, родненько. Все, давай. Раз, два, три, поехали. Все. А по какой стеночке там еще? Так, все, ребята, я беру и вот так вот просто залетаю к Лехе. Здорово, Лех. Здорово, на нафиг. Почему? Я прилечу еще как на первое место. Так, давай, давай, давай. Пау. Так, нормально, тихо, аккуратно. Капец, бэха, ребята, просто не управляем. Мне кажется, это все же реально городской какой-то внедорожник, чем внедорожник для каких-то оффроудных трасс, можно так сказать. Вот. Ну и... ой, Лёха тормозал. Так... нет. Реально. Ну, братан, ты получаешь свой уже второй балл на счет 2-2. И сегодня мы делим первое место на счет 2-2. И сегодня побеждает ничья. Ну что, друг, данный видос подходит к концу. Если тебе он понравился, то поставь лайк и подпишись на мой канал, а также не забывай про колокольчик. А по ссылочке в описании ты можешь подписаться на канал Джелла. Ну и, ребята, мы на этом будем с вами заканчивать. С вами был Флейзинджел. Всем до, всем пока, народ!